Всем привет! Меня зовут Ирина. Как-то недавно я приходила на сеанс к Андрею. Этот сеанс он выложил ВКонтакте пост. Мой пост увидел, получается, твой пост с моим тату. С моей татуировкой. Да, с моей татуировкой увидел мой бывший парень и начал писать в комментариях. Там у нас завелась дискуссия. В итоге мы с ней помирились, и теперь я уезжаю к нему и выхожу замуж этим летом. Вот так вот. Представляете, как здорово то, что как бы группа вот объединила людей, которые были в ссоре. Я, конечно, понимаю, что, возможно, они в будущем бы тоже помирились как-то, и тут просто как бы группа, ну, помогла, но мне все равно приятен тот факт, что у людей, как бы, они решили свой конфликт именно в ней, и вот... Вот надо свидетелем у вас быть. Поеду в ваш город. Ну, в общем, все, спасибо, что пришла. И привет твоему бывшему. Тебе спасибо. Ну, нынешнему, и окольцую ее. Мужику. Пока.